Спасибо, дорогая Алла Георгиевна. Как всегда, ваш день рождения – это праздник. Это праздник всех тех, кто вас любит. Это праздник всех тех, кто любит Россию. Это праздник всех тех, кто любит доброту, патриотизм. Господи, кто вас только не любит? И кадеты, и солдаты, и студенты, и артисты. Мы вас искренне любим за то, что вы никому не даете покоя. Будучи почетным президентом финансовой академии, вы воспитали очень много тех людей, которые в скудном бюджете России пытаются помочь нам, людям, живущим в России. И, конечно же, я считаю, что вашими усилиями, усилиями ваших единомышленников, мы надеемся на то, что всякие эти санкции, всякие ограничения, они рано или поздно закончатся, а мы будем жить радостно, достаточно и благополучно. Дорогая Алла Георгиевна, с днем рождения, моя юная подруга! Вселенная слишком огромна, но слишком мала для войны. Нам не нужен чужой территории, мы ни с кем не хотим воевать. Но кому-то урок истории не советуем мы забывать. Но кому-то урок истории не советуем. Взвесить не вредно для всех, невзирая на ран. Ракета не тает бесследно, ракета, она бумеранг. Нам не нужно чужой территории, мы ни с кем не хотим воевать. Но кому-то урок истории не советуем мы забывать, но кому-то уроки стоят.
дорогая Алла Георгиевна. Ну, как положено, цветы и подарок отправились. Ой, ты какой! И тебе спасибо, солнце мое. Спасибо. Дочерка, подойди, пожалуйста, сюда. Подойди, пожалуйста. Вот. Алла Георгиевна, вот она, рядышком. Вот сегодня все цветы и все добрые слова Алле Георгиевне. Пожалуйста. Алла Георгиевна Креслова. Давайте всем залом троекратно поздравляем. 3, 4. Поздравляем! 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 Мало того, что Алла Георгиевна... Спасибо, Алла Георгиевна. Сколько у нее званий, профессор, все уже перечисляли. Она удивительный, талантливый человек. Она и как организатор. Вот она умеет собрать вот такие залы. Анечка, умеет собрать артистов. Все звания. Мы вначале. Красивая женщина. Да, да, да. Что не менее важно. Ваша боевая подруга. Поздравляем, Алла Георгиевна. Иосиф Кобзон, народный артист Советского Союза. Спасибо, Иосиф, спасибо.